Всем привет! Мы совершенно случайно оказались в Новом Орлеане. И у нас для вас подготовлен. Смотрите, ребят, здесь случается новогодний парад. Просто парад Марди Грас. Смотрите, что происходит здесь. Все люди тусят, это самый большой парад в мире, скорее всего. Вот, мы совершенно случайно здесь оказались, но мы очень рады, что мы можем этим поделиться с вами. Вот, у нас снимает наш Джулс, он отворачивает от нас. И ребят, интересные фишки об этом параде, то что все пьют, все отрываются, курят, и девчонки показывают грудь, серьезно. Пошлите, окей. И вы сейчас все увидите. Так, мы сейчас вам расскажем, ребят. Короче, один из самых больших... Что происходит на улице? Люди просто отрываются и пищат. Смотрите. Просто голые девушки. Ну, конечно, вот, короче, расскажем суть происходящего. Наверху находятся люди, и у них находятся небольшие вознаграждения для девушек. И если они показывают грудь, то девушки, то им сверху скидывают какие-то вознаграждения такие. Вот такие бусин парням за это. Они тоже могут что-то показать, но им запрещено, потому что тут запрещено законом парням раздеваться. Если это увидят, то тогда... То тогда их арестуют в полицию и, наверное, отпустят только через пару дней. И еще, ребят, мы уже сказали то, что там очень много людей, ребят, все улицы заполнены. Вот. Ребят, еще одна прикольная штука, то что здесь, как я уже сказал, девчонки на улицах показывают грудь. Это фишка этого парада. Ну да, это немножко брутально и жестко, но я думаю, мы сейчас все это... Это весь увидим. Праздник, ну, касается этого, что люди чуть-чуть там как-то раздеваются. Сходят вот. С ума, раздеваются и просто веселятся. Вот, и это проходит не один день, это проходят дневные, ночные парады тут, не знаю, несколько дней. Вот сегодня мы только оказались здесь, все бары заполнены, у людей просто супер настроение. Разрешено пить на улице в штате Луизиана, город Нью-Йорк. What's up, ladies? How you doing? How you doing? What would you say to a million people watching you? What is your accent? You smell good. Thank you so much. Can I get a kiss on your cheek? No. Why not? My girlfriend. Oh. My girlfriend? Whoa. So sad. Okay. Say hello to Russian subscribers. Russia! Yeah! No, but the Russians don't like gays. That's sad. They need to change. Man, we do like gays. No. It's just like about government. Yeah. Like right. All the other people. Yeah. People are nice. Every gay people like I can kiss him right now. But you're no, I'm kidding. I'm just kidding. Even brothers. In America, we don't fuck with that. Yeah, he was just well, kidding. Except for in New Mississippi. We're too. But we're nice to meet you, ladies. You're so beautiful. You have fun with Mardi Gras. Have fun, yeah. Oh, wait, are you two twins? No. Yeah. Okay, guys. Bye, guys. Смотрите, ребят, просто людей очень много. Не знаю, вы уже поняли по атмосфере, что все сходят с ума, просто пьют на улицах, курят и отрываются. Вот такой вот Mardi Gras. Если вы еще не знаете о нем, погуглите, вот, потому что это очень круто. Народу, правда, невероятное количество вообще. И, кстати, ты, отличается ли город от Лос-Анджелеса? Как город от Лос-Анджелеса отличается погодой, не знаю. Здесь какие-то все веселые, кажется. Смотрите, вообще... Мы сейчас самую середину всего заскочим, ребят. Не пойти. Jules, we have to get in the middle of it. Да. Смотрите, ребят, просто постоянно какая-то штука происходит, смотрите. Надо, чтобы у нас с кармана мы еще выдал лыс джуз. Тут какая-то фигня происходит. Мы не знаем, что такое. Люди тусуются наверху. Крутяк какой-то происходит. Короче, люди просто веселятся вокруг. Все в костюмах. Where are we going, Jules? Посмотрите на их наряды крутые. You ladies are rock. Love your outfits. Посмотрите на наряды всех, просто. Wait, where's Jules? Здесь какая-то штука происходит. Короче, какие-то стенды, показы, выставки. Все люди просто в бары заходят, все переполнено. Вообще, смотрите, все уникально, просто. Она только спросила, мы близнецы или нет, я это не верю. Посмотрите, сколько народу, сколько всего здесь крутого происходит просто. У людей красивые такие, все такие разрисованные, и у всех настроение хорошее. На втором этаже парк, все тоже не помню. Посмотрите на всех костюмы. Ребят, если вы хотите завтра... Говори громче. Если вы хотите, ребят, завтра посмотреть дневной парад, как все здесь также переполнено, настроение людей... Поставьте этому видео лайк большой. Пожалуйста, мы смотрите, делаем... I can see the twins, близняшки, смотрите, прикол. Twins, да. Here. The twins. Yeah, twins too.
What a picture. Twins to twins. How are you guys doing tonight? Amazing. Better than you. Amazing. So you are. Oh my god, are you twins? Wait, are you no fucking too? Shit. Oh my god. Yes, we're totally twins. We're twins. You look alike. You guys look alike. Right thanks, now. Thanks. Are you excited about it? Let's twins. Do it. Take a picture. Yeah, let's do a picture. Do we all have to? Продолжаем наше путешествие по Марди-Гра. Смотрите на наряды людей. Просто тьма, вообще тема. Просто тьма, ничего не видно. Шутка. Вот. Вообще, ребята. Что ты перед лицом так не стесняйся? Смотрите на наряд чувака, просто. Сейчас люди что-то спрашивают, как смотри, чувак, как был сам. Это пробежал чувак. В трусах и в лосинах. О боги! It's crazy. Не знаю, наверное, чуть-чуть. Ребята, наряды у людей просто сумасшедшие. Очень круто вообще. Мы не думали, что мы здесь окажемся, но атмосфера просто нереальная. I don't know how we're gonna put it all together, bro. I don't know, we just like, we'll put videos together, and yeah, that's it. Mardi Gras, man, it's a lot of music. Окей, вот, ребят, мы еще пару минут вам покажем, потому что, на самом деле, видимость сейчас не лучшая, достаточно темно. Ну, то, что можем, сейчас сегодня покажем, а остальное будет завтра. Вот, просто невозможно передать настроение людей, их костюмы. Вот. Это видео, смотри, вот слева, чувак. Слева чувак без галтери. Ты поверни камеру себе на секундочку. Мы хотели сказать, ребята, что это видео не обработано, так как все это происходит в Марди-Грас, но в Марлиане. И вообще ничего абсолютно не обработано. Потому что у нас не особо здесь нет времени. Мы не можем сейчас обработать, то мы хотим с вами этим поделиться. Поэтому простите за это. Джулс, wait. Все разрисованы. Вот, на самом деле, ребят, смотрите, парад был из людей, а сейчас, на самом деле, парад идет сюда. Вот тут всякие такие дома красивые. Как будто с сериала, реально, не знаю. Такой маленький уютный домик сериальчика. И вот идет парад у нас. Вот проходит какой-то основной парад, но на самом деле не знаем. Основной парад из двух машин. Люди просто тусят. Ребята тащат тележки, сами толкают. И ансамбль. Посмотри, что происходит, крутяк вообще. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео за вот этот парад, пожалуйста. Сейчас, прямо сейчас. High five, ladies.
Смотрите, как на великах пошли крутые. Society for cutting up men. Люди просто сходят с ума. Такое никогда в жизни больше не увидел. Один раз. Но в Орлеане, Марди-Гра. Посмотрите, что люди творят. They start moving back again. Они поехали. Парад продолжается. Man, people just go and what? Что происходит, чувак? Это был Гринч! Гринч! She's pregnant! Then we're just gonna put it together and afterwards, like, the second video, that's it. Let's finish it after video. Да, скажем. Let's finish right now in English. Да пусть пройдет весь парад! Выложим 10! It's been already, like, 5 minutes. 7 minutes. It's been already 10 minutes. The first video was big. I'm not gonna see 20 minutes videos, but it has to be a little bit. It's night, man. Ребят, посмотрите, какие крутые у них средства передвижения, какие крутые костюмы. Блин, это супер! Это что-то невероятное, это очень красиво, ребят. Какой-то стикер. Ты крутяк вообще. Посмотрите, как все красиво одето. Такое реально увидишь только раз в жизни, я серьезно говорю. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, только наверное, за это видео. Наверное, мы на этом закончим сегодняшний парад, потому что света немного и просто батарейка уже на исходе. Мы надеемся, вам, ребят, понравилось это видео, потому что мы стараемся для вас. Завтра вернитесь, потому что будет день, будет больше света и намного лучше все будет. И будет часть 2. Ребят, мы вас всех очень любим. Привет, снова Орлеана, Филипп и Кирилл, Крисом Раша. Увидимся, обнимаю вас, до связи, увидимся на нашем канале. До завтра, пока.